друзья, как-то зашел к себе в Инстаграм, на свою страницу лазил, смотрю, от меня отписался Раджаб, Арби. Я написал сразу же Раджабу, ну, мне неприятно, потому что мы же общались там на проекте, они брат. То есть у меня к ним хорошее отношение было, у них ко мне. Раджаб сказал: брат, я случайно, говорит, наверное, отписался. Ну, человек подписался обратно, дело не в подписке, ребят, дело в отношениях. Раджаб, Арби написал, звонил, он мне не отвечал. Но по сторисам я увидел, что у него, слава богу, все хорошо. Я сперва подумал, что случилось, может, у него. Но, слава богу, все хорошо. Тренируется, выкладывает активный образ жизни. Вот. Но, ребята, хочу вам сказать... Что я хочу сказать? Ребята, если вы не умеете дружить, мне очень жаль. Но если вы, когда говорите громкие слова, говорите «брат», вы протягиваете друг другу руку помощи, поддержки, то есть общайтесь тепло, то общайтесь и идите до конца. Если между вами есть какое-то недопонимание, вы можете задавать вопросы, можете спросить, узнать у друг друга что-то, если не так. Выяснить то отношение, которое вам непонятно. И тогда все будет ясно, четко, никто ни на кого не будет обижаться, огорчаться и так далее. Что хочу сказать, друзья. Мне жаль, что когда вот такие моменты в жизни происходят, когда люди говорят громкие слова, ну а на деле ничего, просто пустота.